При записи. Внимание! Кто найдет Маккейна, получит неделю увольнительных. 2 недели, если найдет живым. Понимаю, у тебя куча вопросов, но мне не до этого. Это по твоей милости я проспал столько гребаных лет. Ты уж найди для меня время. Зачем эта война? С чего все началось? Мы только приступили к колонизации, когда разразилась аномалия. Нужно было пробудить от криосна еще более 500 000 человек. Ясно было, что прокормить их не получится. Одни требовали просто убить их во сне, отключив питание, чтобы сохранить ресурсы. Другие хотели дать им шанс выжить. Догадываюсь, за что была ты. Я ошибалась. Мы просто пытались честно распределить ресурсы. Но все закончилось плачевно. Ваш враг. Что ему нужно? А что нам всем надо? Ресурсы. А их нет. Еды, воды и прочего. Они не успокоятся, пока не получат все, что у нас есть, не уничтожат нас. Поэтому нам надо уничтожить их. И чем я стал? Алиумом? Помоги разобраться. Что ты хочешь узнать? Сколько их? Тех, у кого незначительная мутация, кто послабее, полно. А по-настоящему мощных. Не так много, но больше, чем хотелось бы. А солдаты преклоняются перед ними. Те другие алиумы, за кого они сражаются? Да хер их знает. Думаешь, ими кто-то управляет? Те, что на нашей стороне, имеют на это свои причины. Проблеск человечности. С другой стороны, они просто адские машины для убийств. Ничего человеческого. Со мной так не будет. Очень надеюсь. Этого не может быть. Я помню, как ты сделала это фото 2 часа назад. Целую жизнь назад. Той девочки, что ты помнишь, уже давно нет. Та девочка и не смогла бы выжить. Бери. Тебе фото нужнее. Да, помните, она фото сделала. Тебе сложно понять, в какой заднице мы оказались. Нас осталось 50-60 тысяч. Большая часть мятежники. Скоро вообще никого не останется. Они отвлекли нас атакой. Мятежники. Выкопали туннели прямо под нами и заминировали их. Подорвали наш рубеж ко всем чертям. Да, я заметил. Множество людей погибло. Там один из моих лучших бойцов, лейтенант Маккейн. Сообщают, что он жив. Только его завалило обломками. Тут каждый человек на счету. Тебе нужно вытащить его. Обязательно вытащу. Скорее бы наши разведчики нашли хоть какие-нибудь следы Маккейна. Что ж... Если Маккейн еще жив, нужно найти его. Приветствую вас в 4-й части прохождения Outriders. Так, а тут у нас... Нет, это наверху.
Не ожидала, что игра так засосет. Знаете, я думаю, все-таки думал и решил купить на всякий случай. Тем более, что они не так уж и дорого стоят. О, подожди, стоп, а у меня тут есть типа супер крутой первый взрыв, реактивная боль. При активации навыка происходит небольшой взрыв, наносящийся 7 урона всем противникам в пределах 5 метров. Ну, мне не хватит, наверное, и на то, и на то. Сколько? А, не, хватит, смотри. А, у меня шлем и так. Крио-турель, каждый выстрел турель наносит на 2 единицы, на 2 единицы урона больше. Так что нет. Все, все нормально. Опаньки тут, кстати, вот что. Передислокация. Можете поставить на паузу и прочесть. Я скажу, как всегда, основную мысль. Ну, в общем, тут рассказывается о том, как они пытались делать расчеты по обеспечению едой всех колонистов. И то, что 2000 калорий каждому в день, ну, конечно, это мало. То есть для женщин, может быть, это, ну, нормально, и то не факт, что для всех. А для мужчин явно 2000 калорий мало. Ну, также они там пытались передислоцироваться в всякие ущелья и заранее знали, что это, возможно, приведет к болезням легких у многих. Но выбора особо не было. Так, фазы аномалии. Ну, в общем, аномалия накапливает давление, которое затем высвобождается взрывом. Также она провоцирует мутации не только у животных и людей, но и у растений. Ну, короче, спустя время аномалия успокаивается, но опять она начинает копить энергию. Так, далее сигнал. Неизвестный первопроходец, который нашел зонд, транслировавший сигнал, погиб в тот же день. Так я же вроде нашел. Так. Ну и... Многие задаются вопросом о происхождении этого сигнала. Но есть только домыслы. Ну, типа, развитые инопланетные расы или путешествия во времени. Это гипотезы. Тот факт, что сигнал является цифровым, означает, что его передает электронный аппарат, компьютер, встроенная плата или микропроцессор. Все подобные устройства аномалия превратила в бесполезный хлам. Но если аномалия уничтожила всю электронику, то откуда вообще берется этот сигнал? Неужели существует место, не подвластное аномалии? Может, под планеты или еще что-то? Может быть, какие-то первопроходцы куда-то там... ну, вот первый, который, да, ковчег должен был приземлиться. Может, с ним что-то, скорее всего, связанное. Так, аномалии и электроника. Ну, тут ничего особо интересного. Очевидная вещь, что электроника уязвима для колебаний мощностей, всякой энергии. Ну вот, многие считают, что в атмосфере Еноха присутствует неизвестная сила, которую называют аномалией. И эта аномалия периодически испускает случайные электромагнитные импульсы, ЭМИ, которые сообщают электронике высокое напряжение. Это приводит к перегрузке и перегреву устройств, отчего их внутренние компоненты плавятся. ЭМИ могут влиять и на электрические устройства. Например, они заставляют электрическую лампочку светить ярче, однако не выводят их из строя. Вот почему жесткие диски, компьютеры и 3D-принтеры перестают работать, но мы по-прежнему можем пользоваться автомобилями, нагревателями, лампами и аккумуляторами. Мы предполагаем, что эти ЭМИ рано или поздно уничтожат всю электронику, и поэтому для нас крайне важно заменить все, что можно, механическими или аналоговыми устройствами. Ну, тут по лору так органично все это объясняется. Солнечная башня. Департамент энергии, отчет о положении дел. Все понятно. Персонажи. Эйден Маккейн. Он тоже был близким другом Якуба и гранд-маршала Гудман. Говорят, что между Маккейном и Гудман что-то было даже большее, чем дружба, но если так, это было очень давно. В горах он защищал какую-то сверхсекретную программу ЗАК по разработке оружия, которой руководил ученый, известный лишь по кодовому имени Алхимик. Вернулся он оттуда другим человеком. Им двигал уже не стремление спасти все человечество, а лишь желание поскорее победить в этой проклятой войне. Маккейн исчез во время последней атаки мятежников, когда обрушились прилегающие к городу траншеи. С тех пор никто не видел. Но я его должен спасти. Последнее время стало больше альфа. Кстати, почему желтым подсвечена вот эта мисс, как ее там? Не забудь поискать каких-нибудь... Без памяти о прошлом. Будущее стоит мало.
Если найдешь что-нибудь, что угодно с земли, сразу приноси мне. Понятно. Не, у меня пока для нее ничего нету, но тем не менее она все равно подсвечена. Ну ладно. Так, ну... А доп-квесты у нас где? С Якубом, чтобы отправиться в первый город. Расплата нет. Нетвердая земля. Вот, наверное. Как его? Вот. Все равно, да, походу, туда надо мне идти. Так. Да, видимо, там основной квест. А вот сюда второстепенный. Кстати, интересно, если кто-то играет на обычных жестких дисках, ну на жестких дисках, конечно, тоже интересно, какая загрузка, но на этих, на SSD просто, которые через SATA слот, напишите, у вас также загрузка, как у меня, по скорости или нет, просто у меня M2 накопитель, но по идее между ними разница небольшая по факту получается. Так, надеюсь, я не буду тут второй этой волны. О, вот это вот хорошо. Я ненавижу, когда просто ты уже зачистил локацию, а тебе заново начинают одних и тех же мобов. Я в эпицентре взрыва. Здесь все обрушилось. Я сомневаюсь, что Маккейн выжил. Сомнения оставь при себе. Он мне нужен живым. Три хедшота, хэт-трик. Вот это мощь. Аж земля содрогнулась. Давай, давай, покажи головку. Вот мне очень здесь нравятся снайперки, короче, которые без оптики. Может быть, в настройках, если покопаться, надо посмотреть, кстати, может быть, тут... Может быть, тут можно даже те, которые с оптикой, как-то использовать без оптики. Надо все тут зафармить. Эта штука постоянно горит. Мне кажется, что надо подобрать, а по факту нет. Перчаточки хуже, чем... Вот это вот ближники с дробашами. Сука.
Да, я понял. Там было у них в описании сказано, что они типа суицидятся. Я теперь вижу реально, что они вот эту хрень выкидывают. Ничего себе. Так. Что за? Понятно. Я думаю, что так тяжело? Сука, они еще и меня замораживают. Саб-Зеро. Сука! Жесть! Это первый раз так меня снесли. Но у меня патроны, ради справедливости, надо сказать, что закончились. Да, капитан, конечно. Сука, я не достреливаю до него. Жесть. Да какого хера? О, блин. Реально еле отбился. Блин, капитан по ощущениям сложнее многих боссов.
Нет, это какой? Только четвертый уровень мира. Сложно представить, что будет на других. Точнее, можно представить. Смутно, и это круто. Токсичные патроны получил, какую-то фигню новую. Можно вот гранату заменить. Потому что я не совсем понимаю. Прикол, вы бросаете мину всем противникам, а патроны... Магазин выбранного оружия заполняется зараженными патронами, которые накладывают на цель отравления. Противники в пределах небольшого расстояния от цели также получают отравление и получают 50% урона. Навык действует до тех пор, пока вы не перезаряете или не смените оружие. Ну давайте протестим на первую кнопку. Снарягу я там наподбирал, но я как смотрел, там вроде такое все. О, вот дробаш крутой, пистолет. Нихрена себе там пистолет. По всем параметрам круче и по урону еще. Но остальное все такое. За место пулемета только вот дробаш какой-то. Чужое здоровье. Когда вы перезаряжаете оружие, запас здоровья восполняется на 56 единиц за каждого противника, убитого из этого оружия с момента последней перезарядки. Если вы меняли оружие, предыдущие противники не учитываются. Давайте дробаш протестируем. А вот там вот еще какие-то штуки были. Почему стало так тихо? Эй, Шира, это чего тут такое? Тут ходит какой-то здоровяк. Потише, первопроходец, не привлекай его внимания. Он убивает людей сотнями. Даже алиумы его сторонятся. Здесь чисто! Копайте! Почти выбрались! Держись, помогу! Стой! Стой! Не стреляй! Мы с тобой должны быть заодно. Держу. Лейтенант Маккейн, все хорошо? Порядок. Спасибо тебе, солдат. Не за что. Так, спасем моих людей. Черт, серьезно? Это война! Чего? Надо было обняться! И за каким хреном я вообще стараюсь? Мощно. Так, это телепорт отсюда? Нет, подожди. Как мне вот туда-то попасть? Вон там мигает всякое. Нет, я туплю, стоп, это я оттуда пришел. Я думал тут это, я понял, это предыдущая локация отрисовывается. Рада снова видеть тебя.
Так. Дробаш какой-то нафиг. Так, ну лоховские всякие пистоли продаю. А, блин, синяя винтовка, нет. Ну, броню однозначно можно продавать. Так, остальное вот под вопросом. Пулемет, правда, честно, тоже голимый такой. И как торговцам выживать без государственных субсидий? Так, ну вроде тут ничего такого. Увидишь гуд, договорился ты? Скорее бы наши разведчики нашли хоть какие-нибудь... Я сейчас занята. Что нужно? Лейтенант мертв. Скажи мне, что он погиб как герой. Конечно. Можешь и дальше так думать. Охеренным он был героем. Что бы он ни сделал, эта война первопроходец. Нужно прощать, пока не победим. Ты уверена, что еще стоит побеждать? Так, любопытно. Криотурель. Каждый выстрел наносит на 2 единицы больше урона. Но у меня уже есть это, то есть копия. Вот здесь, кстати, подписано, что это копирует. Токсичные патроны. Короче, либо это, либо такой капюшон. Ну, капюшон очень крутой, больше всего брони дает. Эту брать только из-за припрятанного огня. При убийстве противника с помощью оружия ваш магазин восполняется на 30% токсичные патроны. В принципе, это будет комбо такое, в комби работать круто. Можно, конечно. Ну, чисто ради комбо, ну ладно, давай. Чего стоим? Шевелись! Здесь отдыхают лишь мертвые. Да, теперь с токсичными патронами у меня комбо есть. Здравому уме сюда не... Ой, а пистоль даже не потестил. Ну и жарище тут. Почему в живых остался только ты? Думаешь, я рвался исследовать эту планету после того, что случилось? Нахер! В жопу этот значок! Да я не сильно-то и хотел быть первопроходцем. Что случилось с остальными? Никто из первопроходцев не выжил? Да тебе с первого ряда все это дерьмо было видно. Почти все погибли в первый же день. Осталось всего пару десятков, и они свое дело сделали. Исследовали все. А? Жизнью заплатили за информацию о том, что мы застряли во всратой долине. As the last remnants of humanity destroy themselves, the signal is still out there. And with it lies the key to our salvation. We journey from the ruins of our old world and into what lies beyond. Things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's no coming back. You think you're dreaming? What the? This is real. God! What you were sent here for? Go! Beyond the frontier! It's the end of the goddamn world out there! All this
Persistence! This world, it's crashing down! And what will be left? Beyond here, there's only death. I'm finding that signal. Спасибо за игру, вы только начали. Полная версия Outriders будет включать открытую многопользовательскую игру для 1-3 игроков с поддержкой кроссплей. Более 35 часов жестоких сражений и насыщенного сюжета. 4 класса и 4 уникальных стиля игры в вашем распоряжении. Древо класса, создание и модификация снаряжения. Прогресс перенесен из демо-версии, включая вашего первопроходца. Но оформить предзаказ это откроется Steam. Да. Музыка крутая. А мне дадут за персонажа-то? То есть я прошел демку. А я что-то думал, что у меня тут максимум 7. А, наверное, да. И типа, если я еще с кем-то поиграю, я могу. Ну-ка, и что если продолжить? Короче, контент для демки мы прошли. Это нам показывали анонс того, что будет дальше там по сюжетке и всякое такое. Игра классная. Да, понятно. Могу просто бегать тут и все. Так, для мадам Бувуар у меня ничего нету. Найти отряд, ну-ка. Случайный отряд. Мне просто любопытно. Ну, в принципе, я согласен. Тут контента не так много. Сначала тебе надо пройти начало, выбрать класс и самому со всем разбираться. Так что тут, если ищут для кооператива, тут миссий-то не так много пока на выбор. И уровень мира не такой большой, да, чтобы с кем-то проходить. Поэтому логично, что тут мало кто ищет сейчас. Но когда игра зарелизится, я думаю, с этим проблем не будет. Ну, конечно, лучше играть не с рандомами, а с знакомыми. Хотя, когда уже ты пройдешь игру, когда у тебя все будет максимально вкачано и так далее, то ты можешь с кем угодно там, что угодно делать. Ну да, вот с этим квест горит, как бы, ну понятно. То есть это станет доступно, когда игра зарелизится. К ним надо будет подойти и будет продолжение. Ну вот, на карте, собственно, ничего такого больше нету. Тут у меня все выполнено. Вот только записи какие-то новые есть. Существа с Еноха, переносчик буря. Это про вот этого великана. В отличие от большинства других существ, которые сразу же проявляют агрессию, переносчик бури кажется равнодушным к присутствию людей. Он бродит по долине и топчет все на своем пути. Но если его разозлить, переносчик бури уничтожит любого, кто бросит ему вызов, даже Алиума. Переносчик бури обладает шестым чувством, которое позволяет ему учуять надвигающуюся аномальную бурю задолго до ее начала. Поначалу многие верили, что каким-то образом вызывают или переносят с собой бурю. За что и получили такое название. Доказательств этому нет, но мы рекомендуем эвакуировать всех жителей области, из которой вдруг уходят переносчики буря. О, игра найдена, нихрена. Ну давай, присоединимся, чё. Спина болит. То есть пока я тут это бегал, типа нашло игру. Опа. Третий левел. Они сейчас меня, наверное, кикнут, потому что я слишком прокачанный для них. Ну, один третий левела, другой. Хотя они что-то афкашат вообще. Может, уже кикнули меня? Так, ладно, они не хотят. Да давайте я попробую вперед продвинуться.
Кстати, я сейчас один. Ну это получается, да, повтор истории. Они тоже проголосовали за то, чтобы пропустить. Тут голосование типа еще. Так, что за загрузка? Где она? Ван. Что это? Они тоже за то, чтобы пропустить. Странно. А, они, наверное, во второй раз играют, персонажа качают. А я не могу четвертый уровень? А, не могу из-за того, что они только для командира. Итак, Якуб в беде, и мне надо спасти его зад. Награда получена, общая история. Но пока можно прочитать, пока не тупят. Грязный окровавленный клочок бумаги. Дневник Эйдена Маккейна. Это того... этого лейтенанта сумасшедшего. Потеряно соединение. Ну, меня кикнули, я так и думал. Так, в общем, вот этот дневник. Наш скоро будут здесь, я это знаю. Грязный окровавленный клочок бумаги. Мятежника зовут Лев. Родился за городом в ущелье. Играет на гитаре и сносно поет. Нанялся играть в то место... которая у них, мятежников, считается баром. Мне надо просто убалтывать его до тех пор, пока не подоспеют наши. Надеюсь, это будет раньше, чем придут его люди. Может, мне удастся выведать что-то полезное для Зак. Беда в том, что среди нас много таких, как он. А у меня осталась пара патронов. Лев говорит, что мы теперь в одной лодке, и он даже уверен, что мы могли бы подружиться, если бы все обернулось иначе. Не знаю, какой хренью им там забивают головы, но никакого иначе быть не может. Мы пришли сюда врагами, и живыми выйду только я один. Или хотя бы заберу всех с собой, выдернув чеку последние гранаты. Люди что-то там... услышали грохот, какие-то толчки. Может быть, это обвал. И он наконец нас прикончит. Блин, они фанатики, реально потом может выясниться, что вот эти вот, за которых мы, они, ну, в чем-то типа ошибаются, или не знаю, что-то типа того. Потому что какого хрена? Никто не по-людски, так сказать. Ну, немножко. Это. Дрянь. Сука. Бухнет. Нельзя человеку. Я плохо. Хочу выпить. Понятно. Выпить, понимаешь? Понимаю. Ну, немножко. Немножко. Ладно, ребят, с нетерпением буду ждать выхода игры и продолжим с этого места, я надеюсь. Снимаю еще какие-нибудь обучающие видео по игре. Всем спасибо за внимание, лайки, подписки, комменты. Пока-пока.